Добро пожаловать на наш YouTube-канал Heartless Info. В данном видео я вам покажу, как отобразить уровень заряда батареи на устройстве Infinix Note 40 Pro Plus. Для этого откроем меню приложений и найдем приложение настройки. После этого прокручиваем вниз, найдем пункт уведомлений и строка состояния. Нажмем на строку состояния, и тут будет пункт показать уровень заряда батареи. И в правом верхнем углу у нас показывается заряд батареи. Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube-канал и до новых встреч!